В глухом селе в Челябинской области Артем Колодкин не оставляет попыток узнать природу странного сияния, которое вот уже который день подряд видят местные. Надо сказать, половина жителей Аширова сначала скептически относилась к экспедиции, но теперь к погоне за НЛО подключились все. Минувшей ночью целый кортеж автомобилей направился туда, где люди видят эти самые огни. Нашли ли они что-нибудь, мы сейчас вместе с вами и узнаем. Ну что ж, вроде бы все готово. С собой мы взяли мощные телескопы, несколько видеокамер, термос с горячим чаем. Мы оделись, конечно, потеплее. И сейчас отправляемся в ту самую степь, где уже на протяжении недели в ночном небе появляются странные огни, которые вращаются в воздухе и действительно издалека напоминают НЛО, какую-то летающую тарелку. По крайней мере, мы, в отличие от жителей деревни Аширова, это ближайший населенный пункт там, в том месте, в это пока еще не верим. Это наши проводники сегодняшние, местные жители. Без них нам сегодня не обойтись, потому что сейчас, вот я думаю, что еще пара минут и стемнеет вообще, в случае чего найти дорогу обратно к населенным пунктам будет просто невозможно. Там, куда мы сейчас отправляемся, не работает мобильная связь, поэтому с собой у нас вот такое устройство, на самом деле это спутниковая тарелка. Я думаю, что телевизионщикам этот аппарат знаком, но помимо его основной функции, на самом деле к устройству вот сюда можно подключить обычный телефон, так что в случае чего со спасателями соединиться мы сможем. Ну что, ребята, готовы мы, да? Ну все, тогда по машинам. В субботу с охотником Афисом на его луноходе, надеюсь, вы видели, мы накатали дорогу. Так что сегодня надеемся добраться до места на простых машинах. Они, по крайней мере, теплые, не замерзнем. Но только ночью в Аширове вновь был снегопад. Так что все-таки пришлось чуть-чуть побуксовать. Достаточно прохладно, поэтому все равно придется развести костер. Мы специально встали вот перед таким небольшим леском. Здесь все-таки ветер не такой сильный, но зато открывается хороший вид. И в принципе, если эти огни вновь появятся, то мы обязательно их увидим. Пока на горизонте никого, полная темнота. Пытаемся установить палатку. Подкаты будут, Катя, рассчитан на землю, наверное. Снег такой. Его на землю. Пипец, самый. В итоге решили просто растянуть между березами веревку и использовать палатку в качестве тента. По крайней мере, от ветра защитит. Еще неизвестно, сколько времени нам придется здесь провести, поэтому сейчас мы поставим здесь мангал. Ну и, видимо, будем готовить себе ужин. Сейчас пока еще горят автомобильные фары, пока еще все видно, но на улице холодно, и, видимо, нам придется их выключить для того, чтобы аккумуляторы не сели. С собой у нас есть вот такие вот фонари. Если вот так сломать, то они начинают светиться в темноте. Вот посмотрите, я не знаю, видно или нет, если вот так посильнее взболтать, это химическая реакция там происходит. И сейчас мы каждому дадим вот по такому фонарику. И вот у меня есть еще. Всем раздадим, и в темноте теперь, ну, точно не потеряемся. В руках у Кости, кстати, он уфолог-любитель, ноутбук с очень полезной программой. С ее помощью можно следить за всеми передвижениями в ночном небе. Ну, сейчас у нас погодные условия не позволяют звезды видеть напрямую, но у нас есть специальная программа на ноутбуке, которая в реальном времени показывает положение всех звезд, планет. В этот момент мы все отвлеклись на ноутбук Кости, и лишь самый юный участник нашей экспедиции заметил на горизонте свет. Свет, да? Слушай, ты точно? Вот правда говорили, что люди, вот местные жители, что как будто железнодорожный состав. Вот действительно, свет длинный такой. А там ведь нет населенного пункта никакого, да? Нет, там ничего нету. Это совсем не то, что мы видели здесь две ночи назад. Тогда яркие белые огни вращались в воздухе на большой высоте. Здесь же свет идет от земли. Мы садимся в машины, судя по компасу, едем на северо-запад. Дорога все хуже и хуже. В это время в Аширове люди тоже выскочили на улицу. Они тоже видят этот свет, хотя находятся в 20 километрах позади нас. Здесь уже хорошо знакомые нам Жанна и дед Савелий. Близко подъехать, посмотреть. Вот это бы лучше было, конечно, дело-то. А то, что она создали, она тоже как-то, я там безлюдно же место-то. А как могли вот тут-то, вот у нас степь большая, тут могли сесть, а именно они вот садятся там, где людей нет. Пойди туда, они тебя заберут, ну что забирайте. Покатаюсь, да опять выбросят, да и все. Я так думаю. Но она интересно так вот узнать-то. С
Свет не яркий, едва заметный. Пробуем проехать еще, но, судя по навигатору, впереди непроходимый лес. А между прочим, здесь водятся не только дикие кабаны, которых нам посчастливилось видеть, а еще и волки, а у нас с собой ни одного ружья. Ну вот мы проехали еще 8 километров, остановились, но нам теперь совсем не кажется, что вот этот непонятный свет стал к нам хотя бы чуть-чуть ближе. Вообще не ясно, на каком он расстоянии от нас. Но ясно одно, что вот эти вот машины туда точно не проедут. Впрочем, попыток выяснить, что же это на самом деле, мы бросать пока не намерены. Артем Колодкин, Вячеслав Пономаренко и Дмитрий Родин, телекомпания НТВ.